Лучше не дышать. В Саратовской области подвели итоги ежемесячного мониторинга качества атмосферного воздуха. Он показал, что уровень загрязняющих веществ, таких как оксид углерода и диоксид азота в воздухе над областным центром, превышен. Исследование проводилось в зоне влияния промышленных предприятий и на перекрестках улиц с интенсивным движением автотранспорта в Саратове, а также в Балакове, Балашове, Вольске и Энгельсе. В ходе мониторинга было отобрано и исследовано 537 проб на территориях промышленных предприятий и автомагистралей. Более 1,5% из них показали несоответствие гигиеническим нормативам. Такие данные огласил Роспотребнадзор Саратовской области.